Майнкрафт играют ради сетки, ради соревнования один на один. То есть ради сетевой игры, а не ради компании. Вот, хочу показать игру. Ну, я на тиранах играю, вот. Сейчас, вот The Magic. Синенький, вот он. Против красного тирана. Сейчас покажу, я винрейд потом покажу. У меня почти одни победы в последнее время. Ну, почти одни победы. Покажу в конце, можете даже перемотать, чтобы убедиться, что я не вру. И сейчас покажу вот примерно статистику, то есть тактику. Очень быстро. Ну вот, это дефолтная скорость, очень быстро пусть. Чуть-чуть рабочего сделать. Зачем я вот тут делаю supply блок, сразу скажу, чтобы рипером нельзя было запрыгнуть. По идее, вот если я не ошибаюсь, то вот это блокирует проход. То есть рипер не сможет запрыгнуть. Ну, этот дурачок, он рипера и не делает. Вообще, я заметил, что вот на этом ранге вот это бронза получается. Только... Нет, это серебро. Я только с бронзы на серебро апнулся. Ну, оно неудивительно. У меня там винрейд огромный. Вот, кстати, весь пеновый завод строю. Вот, редко кто использует риперов, а я всегда вот в начале каждой игры делаю рипера. У врага почти то же самое. Supply блок и казарма. И у меня вот тоже казарма строится. Ну, сейчас я расскажу, почему я выиграл. Давайте вот, вот так. Вот заметьте. Вторая казарма строится, видите, да? У челика то же самое. Казарма и перерабатывающий завод. Только я раньше его начал строить. У него позже перерабатывающий завод. Ну, мне виспен нужен для рипера. Вот смотрите, что он сейчас будет делать. Видите, у него казарма стоит. То есть, он это первая ошибка. Он ничего не прожимает, то есть у него казарма пустая стоит, видите? У него казарма не работает в данный момент. У него есть валюта, но казарма не работает. А у меня, видите, уже рипер делается. А, и третья казарма уже. Вот смотрите на таймер. У меня на минуте 30 третья казарма начинает делаться. И плюс инженерный комплекс, чтобы улучшить пехоту, видите? У меня вторая казарма заканчивается уже на минуте 30, на минуте 40. Так, это его первая ошибка, видите? А, нет, он делает пехоту. Странно, мне казалось, что он не делал пехоту. Не, он чуть-чуть делает пехоту, окей. Видите, без рипера играет, а я с рипером. Видите, вот у меня сразу же морпехи ставятся. У парня тоже морпехи ставятся. Хотите рофл? Он их отменил, походу. Да. Видите? Короче, это дебик, он отменил... Он отменил пехотин... Ну, отменил пехоту, которая у него делалась, и начал реактор строить. Это вот... Это ошибка, которую я заметил, надо... Ну, вот как я делаю, да? Это сразу стак пехоты, видите? Рипер и сразу же пехота. И плюс улучшение пехоты сразу же в инженерном... Это вот на второй минуте, видите, на третьей уже 2.10, уже у меня улучшение готовится. И уже пехота делается в казарме. И уже у меня третья казарма. Я лабораторию строю, чтобы щитки прокачать. Видите, это его ошибка. Вот этого челюка. У меня уже три казармы стоит. А у него только одна, которая пехоту делает, видите. А другая только улучшается, вот. Только реактор строит. Видите, рипер. Это я что-то расконтроливаю там. Видите, уже рипером полетел разъедывать. Заметьте, у него войска вот тут стоят. То есть он даже, ну, не чекал рипера. И завод у него делается. Видите, а у меня уже три казармы стоит и лаборатория делается. Я в ней боевой щит. Для морпехов сделаю. Со вторым командным центром я задерживаюсь, потому что мне валюта нужна на пехотинцев. Ну и на хранилище, потому что хранилища не хватает на самом деле. Когда пехоту так обузишь, стакаешь. Видите, пошел работяг убивать. Вот тут я чуть-чуть не доиграл. Вот тут я чуть не доиграл. Надо было рипером вот сюда лететь и посмотреть. Вот это все.
А я только пехоту, ой, только работяг убивал. И он, видите, он работяг натравил, хотя мог вот этих пехотинцев послать отбивать рипера. А, и видите, у него войска не работают. То есть он не строит войска. Видите, у меня уже пехота. Вот у меня пехота. Кстати, я не знал, что тут работяга, я его не видел, ну ладно. Видите, у меня пехота, а у него только три пехотинца, и войска не разрабатываются, и он завод строит. Я, кстати, без завода играл. То есть у меня куда больше войск, чем у него, куда больше. Ну, видите, меня работяги зажали тут. Я заденаил себя. Видите, он строит реактор, и он строит лабораторию. А у меня уже, смотрите, уже и щиток разрабатывается для пехоты. Видите, сколько у меня уже и все. Я хватаю вот этих челиков и иду пушить, потому что я увидел, что у него почти ничего нет. То есть он даже рипера, ну, хреново отбил. Ну и плюс у меня войска разрабатываются. То есть даже если он тут убивает их, то я, ну, ничего не теряю. Секунду. Все нормально. Я проверял там быстренько. Все нормально. И вот я иду пушить. Видите, этот челик играет в быстрых мародеров. То есть у него уже мародеры. Сейчас я покажу. Вот, видите, он ничего не производит. У него казарма стоит пустая, то есть он ничего в ней не делает. И завод, видите, он ничего в нем не производит. Делает мародеров. Я не люблю мародеров. Они долгие, и плюс они по воздушным целям не бьют. А у меня пехота уже, кстати, прокачанная. Да, у меня пехота прокачанная в этот момент. То есть она не дефолтная, и у меня щитки вот подходят. То есть у меня пехота сильнее, чем у него. Сори. Видите? Я очень легко расстреливаю. Я не стал вот сюда агриться. Кстати, я забыл сказать, у меня командный центр улучшен. Да, это вот очень важно. У меня командный центр уже улучшен. В этот момент. Видите? Я победил, то есть у меня пехота сильнее. Видите, у меня пехота сильнее. Вот челик строит третью казарму. Видите, а у меня сейчас уже щиток почти разработается. Ну и плюс у меня пехота не производится, потому что у меня лимит был заполнен в этот момент. Видите, я начинаю ломать. И видите, у меня пехота со щитами уже усиленная. И все, я начинаю ломать вот эти пристройки. А, кстати, вот завод я строю, видите? Вот завод я делаю. И плюс у меня подкрепление пехоты идет. Видите, то есть я давление не сбрасываю. Я прижал его вот тут пехотой. И следующая пехота у меня уже идет. А, и он, кстати, гелик. Ну, гелик он очень слабый. Он гелион вот тут делает, чтобы отбиться. Ну, гелион он очень слабый, он не отобьется его. Я блоки вот эти ломаю сразу. У него пехотка вот стакается, но она ничего не может. Видите? Видите, я подкрепление привожу. Я не знаю, почему у меня пехота не делается. Видимо, я не расконтролил. Да, видимо, я забыл контролить, ведь пехоту не застакал. Зато у меня щиток, пехота прокачанная, броня прокачана у пехоты. И я завод делаю, то есть я б танки начал делать.
чтобы пробить его защиту, если бы он там укрепился. Видите, все, он ливает. Ну и я ливаю тоже, потому что выиграл. Кстати, я не стал вот это зачищать. То есть у него вот тут работали, я даже не стал вот сюда смотреть. Я решил по-быстрому уйти мейн. Чистить. Смотрите, где он бункер построил. Это, видимо, чтобы работяг защищать. Я бы танками, если бы я не смог, да, его нахрапом взять, я бы танками... Танки бы пригнал и просто разломал бы. Ну, видите, у меня по экономике все лучше. Весь пеновый завод только один, но он мне особо и не нужен был в этот момент. А, ну да, и все, он тут сдается. Черт, я забыл индикаторы здоровья включить. Ну ладно. Они только загрязняют экран. Тут как бы и так все понятно. Так, пойдемте покажу свою статистику побед-поражений, если кто-то там не верит мне. Вот, пожалуйста, это моя статистика. Неплохо, да? Вот. Нормально, да? То есть, реально, я в какой-то момент просто не знаю... Ну, вот тут у меня хреново идет. Где-то вот 3-4 дня назад я что-то, какую-то тактику хорошую принял, наверное, как раз вот эту и начал выигрывать. Видите, где-то 3-4 дня у меня вот такой винрейт идет. То есть, ну, не очень плохой. Вот 5 побед подряд у меня вот тут. Сейчас сейчас у меня 3 победы подряд, стрик. А до этого у меня 5 побед подряд был. Ну, сори, я как бы играю. Вот на бронзе 3, вот у меня 34 победы, 25 поражения. Ну, вроде пока для этого ранга мне хватает, чтобы, ну, выигрывать. Я больше всего не знаю, то ли зергов боюсь, то ли тиранов. Вот протасы. На самом деле я бы сказал, что протасы мне не особо страшны. О, через 16 минут турнир может поиграть. Хотя навряд ли. Я до гранд-финала как-то доходил в одном турнире. То есть да, просто до финала. Но в финале проиграл. Ну что ж, как-то так.